Здорово, мужик, вот смотри, сидим, разбираем с клиентом тут вопрос по поводу свиданки. Да, я считаю, что там, тебе будет интересно послушать. Вот, Марин, ты сейчас сказал то, что как бы из всех трех девок, да, можешь это повторить? Да, тебя просто будет слышно, да? То есть, вот, я ходил на свиданки с тремя девками, и одна из них, ну, была самая красивая. И как бы, что удивительное, для меня было то, что самая красивая меньше всего сопротивлялась на то, чтобы там, допустим, взять за руку, поцеловать губы, провести там рукой по внутренней стороне бедра. Да, то есть, как она вот прям такой... более-менее сильно начала сопротивляться, ну так, относительно, когда я прям уж совсем начал пирожок его пробовать. Я понял, чувак, смотри, вот сейчас забудь про камеру, просто как бы разговариваем. Смотри, то есть ты говорил, что про отключение мозгов что-то ты говорил. А, да, я хотел узнать. Как ее так удивить, чтобы она отключила мозг и чтобы не сильно сопротивлялась, чтобы ей, короче, начать уже пирожок палец ставить. Не, вопрос был что-то в том, что ты как бы тебя смущало, что мозг все равно не отключался, да? А, вот да. Вопрос был начат с того, что ты говоришь, типа, вот, я не уверен, что девка возбуждена, да? Да, да. Смотри, как бы индикатора возбуждения реально нет, чувак, то есть как бы... И, естественно, хотелось бы видеть какую-то такую реакцию, да, там, учащенное дыхание, там, сиськи, вот так, там, она там стонет, то есть, но девки, они, как сказать, вот она сидит с тобой в кафе, она, допустим, вот так реагирует даже на поцелуй в шею, казалось бы, да, там, ну, что такого, она реагирует так спокойно, типа, ну, но если, допустим, вы будете где-нибудь в тачке, там, или у нее дома, или у тебя дома, да, то есть, и ты будешь ее целовать в шею, то есть, где людей не будет, реакция может быть совершенно другая, то есть, ты пойми то, что девки, они как бы скрывают эту хуйню. Понимаешь, как бы, ну, если ей сейчас это расслабится, да, и она будет показывать, что она, то есть ты возьмешь ее, тут и выебешь, да? Поэтому, чувак, она, естественно, ну, держит себя в руках. Либо она, как бы, фригидная и бесчувственная, либо она держит себя в руках. Скорее всего, второй вариант. У меня такое часто бывало. Ты сидишь, да, почему ты хочешь, вот смотри, чувак, увидеть, как бы, подтверждение, да? Потому что это логично. Ты что-то сделал, видишь результат, да, то есть, о, есть реакция, да, значит, все, да, о, значит, мне еще легче и более уверенно я себе могу разрешить, да, делать что-то еще, да. А прикол в том, что здесь такого не будет, то есть, как бы, для тебя должно быть показателем то, что если она, как бы, ну, тебя там не отпихивает, не съебывается в ужасе с криками, там, отстанет меня маньяк, то есть, значит, все уже заебись. То есть, самый главный принцип, если девка, ну, ты повышаешь уровень кинестетики, а девка не съебывается, значит, как бы это то, что надо. Вот. Опять же, то есть мозг будет, как бы, вот есть девки, ну, у всех девок мозг, задача отключить мозг, да, то есть когда ты ее возбуждаешь. Но суть в том, что мозг окончательно отключится тогда, когда это будет интимное место, потому что все равно социум на нее влияет, и она держит этот мозг включенным, то есть до какой-то степени. Во-вторых, как бы у всех девок вот этот порог отключения мозга, он разный. То есть для кого-то достаточно, там, не знаю, потрогать ее за сиську, она уже будет все, там, можешь сделать сам все, что хочешь. А у кого-то реально, ну, как бы самый гарантированный способ, это, ну, когда у тебя палец в пирожке, короче. Или когда ты достаешь член и, ну, берешь ее руку с прям силой и кладешься нахуй. А лучше и то, и другое совместить. В принципе, это можно сделать в кафешке. Поэтому я говорю, надо места убирать такие, знаешь. Вот. Еще момент, что... про мозг. Бывали случаи, да, и не раз у меня, когда у тебя палец в пирожке, а она все равно, у нее мозг не отключается, знаешь, то есть. Или случается вообще космическая херня. Я там одну девку, как бы, ну, предыстория долгая. Я когда учился там в колледже, я хотел ее выебить, потому что она училась с моими друзьями в институте, и она была такая классная. Я ее увидел через 3 года совершенно случайно. И понял, что сейчас для меня это настолько доступный экспонат, потому что она далеко не оказалась той классной, да, потому что чем больше у тебя девок, да, тем как бы все меньше кажется, что они красивые. Вот, и выебал ее без проблем. То есть как бы я залазил в нее в машине, но прикол, да, вот во время секса, по идее, мозг не должен работать. Я что-то ее там тяну, у нее рвется крестик, короче, на этом. Да. И все, ну, видимо, она там глубоко православная или что-то еще, то есть она, а, все, там это нельзя делать, махай, примет. То есть она с меня слезла просто. И как бы я не дотрахал ее, да, и как бы, ну, я потом все равно дотрахал ее, когда довозил до дома, говорил, все, все, хорошо, мы не будем ничего делать, то есть я все равно ее дотрахал. Как бы. Суть не в этом, просто я к тому, что мозг, он, ну, ты не угадаешь, короче, твоя задача просто действовать, чувак. То есть ты берешь, да, там, и пытаешься, то есть, да. Получается,
хорошо, не получается, делаешь шаг назад, еще раз возвращаешься, пытаешься, да, то есть случаев полно, поэтому... У меня был случай, когда я, короче, минут 20 трахал вот так вот сзади, через джинсы, когда девка в джинсах, короче, смотри, то есть ты заводишь руку так вот сзади, да, наклоняешь ее на себя, через джинсы вот так, через жопу, с той стороны начинаешь ее трахать пальцами, короче, возбуждать. Вот, и прикол в том, что... как бы, ну, так удобно. Желательно, конечно, пуговицу верхнюю на джинсах расстегнуть, потому что, ну, как казалось бы, как, да? Вот. Но я, допустим, я минут 20 уже трахаю пальцем, у меня просто затекла рука, потому что неудобно, во-первых, а во-вторых, потому что, как бы, девка еще сопротивляется, понимаешь, в этот момент, то есть, и мне даже рук не хватает, ее там, и руки, она меня пытается вытащить, мне и так неудобно, конечно, у меня с рукой был пиздец, мне кажется, если вытащить, она уже была такая синяя, трясущаяся. И реально это продолжалось минут 20, как бы параллельно я...